И всем снова привет, дорогие зрители. С вами снова канал Любопыт. И сегодня я еще раз попробую пройти игру Momo The Horror Game. Все-таки хочу я эту игру пройти до конца. Так. Потому что у меня в планах потом еще другую хоррор-игру снять. Я уже говорил. Но потом. Сначала я хочу доснять все-таки вот эту. Так, это мы пропускаем. И сразу переходим к уровню. Эй, да блин. Что ж, Момо припрется. Так, включаем генератор. Ой, Момо! Да, я ее не ожидал. Ладно. Так, я вообще просто что хочу. В основном хоррор. Вот вроде этой про Момо. У меня так-то в планах еще несколько андроид хорроров снять. Прикольных тоже очень. Ну, точнее, два. Пока два, да. Нихрена себе! И откуда это она приперлась? Стоять. У нее тут другая тактика теперь, что ли? Так. Ну да. Плюс я еще хочу снять две другие игры. Так, генератор мы запустили. А, ну да, так вот. Но прежде чем я их начну снимать, мне нужно еще доснять до конца Silent Hill и Legendary. Блин, где Момо? Она сейчас может быть где угодно. Ай! Блин. Не повезло. Ладно, попробуем отследить ее тактику. Как она передвигается. Ну или, возможно, мы сольемся столько раз, что она уже в первую очередь станет посещать верх. Потому что тогда она у нас в первую очередь верх посещала. Так, ну и где это Момо? Ой! Ой-ой-ой-ой! То есть она шла сюда. Но откуда? С этим...
упырей! Итак, скорее всего, Момо где-то там. Так. Ой, вот это шит! Вот и зараза. Так, понятно. То есть она где-то там ошивается сначала. Ну окей. Теперь я знаю, врубил генератор, иду и туда. Она откуда приперлась. Но теперь-то я знаю твою тактику, Момошка. Все. Теперь я... Если, конечно, ты сейчас вдруг не сменишь, так сказать, тактику. Надеюсь, что нет. Эй. Забакался тут слегонца. Так, я не понял. Она что, там что ли? Ну ладно, ладно. Давайте подождем. Дерьмо. Но куда она бежала? Ой. Иди ты в задницу. Блин, вот не могу я выходить. Тут Момо где-то ошивается. А вот и она. И куда она опять неслась? Да ты...
Чё, наверх пошла? Ага. Она наверху. О, ну все. Следующий план таков. Дожидаемся, пока она спустится. Прячемся. Она уходит. Мы поднимем наверх и хватаем ключи. Ага, спускается уже. О, нет. Блин. Ну ты куда попёрся? Я на лестницу поворачивал, придурок, блин. Что ж за дерьмо-то такое? Вот дерьмо собачье, а? Серьёзно. Ладно. Ну и откуда ты припрёшься? Оттуда. Чё, уже спускается? А вот и ключики. И Момо. Так, ну все. Нужно просто свалить отсюда. Нужно отсюда просто свалить.
О, надо окна запирать. Ага, понятно. Это не так-то просто, учитывая, что здесь бродит Момо. Так. По-моему, Момо пришла. Так, сейчас мы ее подкараулим. А, нет. Наверх ей не хочется. Окно надо закрыть. Так, все, больше она, значит, наверх не ходит. Давайте-ка понаблюдаем. Ну, вроде все окна на втором этаже я закрыл. Значит, придется на первый спускаться. Но там ж Момо. Вон она. Я ее видел. Откуда появилась, блин, зараза? Вот зараза, а? Прошел. Это невозможно. Ну ладно, Момо. Ну, Момо, погоди. Думаю, нужно сразу примечать открытые окна.
Все. Я тебя жду. Ага. Вот и ты. Оу. Не-не-не-не-не-не-не. Идет. Наверх туем. И хватаем ключи. Так, окей. Я боюсь спускаться вниз. Вдруг там Момо. Подождите. Что-то мне подсказывает, что она появится только когда таймер остановится. Нет. Странно. О, все. Появилась. И опять генератор надо включать. Понятно. Все, я понял. То есть, когда ты хватаешь ключи, у тебя есть некоторое время, чтобы все закрыть, пока Момо не припрется. Все, я понял теперь. А вон и она. Да, кстати, у меня тут окна случайно не открылись. Давайте-ка лучше подождем, пока она снова вон там пройдет. Ладно, ждем. Ждем, ждем, ждем. И что-то я мало болтал. Может от того, что сосредоточился на игре полностью. Так, снова надо генератор включить. Если мы сольемся, то теперь я знаю, что когда ты хватаешь ключи, у тебя есть некоторое время. То есть это преимущество. Ага, вон и Момо. Пытается пройти сюда. И уже ушла. Мы врубили генератор. Вон там открытое окно вижу. И
Его надо закрыть. Вот еще одно окно. Момо, нет? Блин, застрял. О, черт. Момо. Нет! Все, блин, вот из-за этой чертовой двери. Так, я понял, типа я врубил генератор после того, как она появилась, и она опять уматывает. Да блин, так это ж все. Ну, Момо. Ну, погоди. Все. Сейчас самое главное, так это схватить ключики. Вот как только услышу, что Момо хлопает дверьми, значит она наверху. Хлопает. Ну все, Момошка. Ха. Идет. Курица недощипанная. Ой. Это я зря сказал. Ну теперь-то ты ушла? Ушла. Ой-ой. Сейчас она мне скажет, чьи, да? Я не хочу, чтобы она мне говорила, чьи, да. Я не понял. Тут что, окна типа все закрыты? Все закрыты.
Аномалия. Ну чё? Лучше переждем здесь. Я знаю, скоро она должна появиться. О! Я ждал этого момента. Надеюсь, что я отпугнул Момо. Вон последнее окошко. Кого? Ой! Кого? Какого хрена? Блин, Момо, тебе это самое. Ты сама поняла, что. Блин, сейчас ты у меня доброгозишься тут. Ну все, Момо. Я тебя сейчас пройду. Обязательно нахрен. Ну ты у меня получишь еще. Пошла сама знаешь куда, Момо. Тоже мне, блин, нашлась тут. Ага.
Так. Подождем. А нет, у меня еще есть несколько секунд. Сейчас генератор вырубится и придет Момо. О! А кто открыл окна? Ах ты ж! Это, Момо, это твоих рук дело! Я тебе сейчас покажу, приблуда! Что такое? А давайте смотаемся. Блин. Снаружи нельзя. Ой! Ладно. Облажался. Но будет ей, будет. Шашлык из нее будет. Слышала, Момо? Я из тебя шашлык сделаю. Все, Момо. Сейчас я тебя тут дождусь. Ага, идет. Ой. Чида... Ёкарный бабай. Ну, ёкарный бабай.
Тут я, по крайней мере, хоть буду в безопасности. Нет! Ну, приблуда! Ну, я тебя, блин, похороню. Дай ус... Ну все, я иду. Так, надо, думаю, сразу двери открыть. Ну-ну-ну-ну-ну. Ой. Понеслась ты как? Ой. Иди отсюда. Хватай ключи. Так, схватил. А теперь будем закрывать окна. Пока эта гнида не пришла. Тут все открыто. Закрыто наоборот. Хотя бы сумел выполнить это задание. Там следующее. Поищите на кухне нож. Там было задание, да, поискать на кухне нож. Открывать надо все-таки изнутри, а не снаружи. Плюс иногда они еще открываются сами, я заметил. И надо просто это делать как можно бырей. Ну все. Понятно. То есть дальше мне еще ножик надо искать. Кухня там у нас где-то на первом этаже находится. Но надеюсь, хоть ножиком можно будет обороняться от Момо. Очень на это надеюсь. Идти твою мать!
Ну и токарный бабай. Это вот я зря полез. Ну ладно, 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 ладно. Еще раз. На этот раз я знаю, надо просто побыстрее закрыть все окна. Будет. Ну, разумеется, когда мы ключи стащим. Вот как только схватим ключи... Ой... Ой. Так она сюда попёрлась ещё только. Мы воспользуемся моментом и схватим ключ. Теперь живо. Дуем закрывать окна. Не то. Это может стоить мне времени. Стоять. Это вроде было последнее. Черта не понимаю. А где еще-то окна открыты? О! Вижу одно. Бегом, бегом, бегом. Опять кто-то окно открыл. Где? Что за странность?
Разве есть еще окно? Больше я окон не вижу. Ой, еще одна проблема. Сейчас посмотрим, куда это Муму попрется. Ага, прется туда. Все, мы ее прогнали. Стоять! Так еще ж двери есть! Опять кто-то окно распахнул. Где? Вот пипец нафиг. Ага, значит, на втором этаже. Нет, на первом. Да вот и... Кого? Я ж все окна закрыл. Абсолютно. Значит, все-таки наверху. Нет. Нет. Да. Все. Ну а сначала мы подождем, пока опять вырубится свет и придет Муму. Сейчас вот подождем. Чутарик. Вот как только придет Момо, сейчас вырубится свет. И звук будет. Так, все. Я это делаю, чтобы ее прогнать. Ну, почти, почти. О, ножик. Look for the back plaque in the attic. Чё?
Что это было? Так это ж Момо. Она дверь сломала. Все, ее уже не прогонишь. Так. Давайте, я не понял, что это такое. Look for the back plaque in the attic. Смотрю, что это. А Момо пусть меня пока убьет. Сейчас я посмотрю, что это такое. Короче, я посмотрел прохождение и понял, что это задание последнее знак. Что видели, я его бросил. А поднять его уже нельзя. То есть все, значит, его использовать надо с умом. Ладно. По старой схемке включаем генератор. Стоп. Опа, Момо. Но я от нее удрал. И она попёрлась наверх. Ой! Ой-ой-ой. Так, ага, она как раз идет в ту комнату. Сейчас она вон там пройдет. А я сюда. Ну все, хватаем ключики. И в это время Момо уходит. На некоторое время. Мы не теряем времени даром. И дуем закрывать окна. Так, главное, чтобы Момо там нам тут не вставляла палки в колеса тем, чтобы открывала окна. То... Серьезно, это мешает. Ты почти все закрыла, тут опа. И она открыла опять. Так, дверь мы закрываем. Ее ведь тоже надо закрыть. И эту дверь тоже. Так. Где-то тут еще есть незакрытые окна. Тут. Тут вроде. Нет, тут нет. А, здесь. Чё? Здесь нет? А где же тогда окно открытое? Я вроде все окна закрыл. Ну-ка еще раз проверим. Повнимательней. Двери эти я закрыл. Тут окна закрытые. О, вот открытое окно. Все. Теперь найдите нож на кухне. Ножик он вот. И последнее задание. Найдите этот. Рюкзак на чердаке. Вот как оно переводится. И рюкзачок он у нас находится вот тут. Все, он у нас есть. Теперь... Ой, ой, блин. Было задание сбежать из дома быстрее, чем она под тебя поймает. Ну все, я, то есть... Не, еще чуть-чуть осталось. Ладно, еще раз попробуем. Все, теперь я хотя бы знаю, как надо действовать. Все, мне только из дома сбежать оставалось. Ну все. Наконец-то. Включаем генератор. А теперь, чтобы побыстрее, прямо за Момо пойдем.
Ага, вон она идет. Ой, она... Блин, не нужно было мне тут стоять. Ну ладно. Ну-ну-ну-ну-ну. Я уж не помню, сколько я уже играю. По-моему, долго. Да, трудная это очень игра. Так, свет вырубился, а Момо лезет на... Ну уж нет. Давай, да ты... Наверх лезь. А не за мной гоняйся. Так. Осторожно. Ой! Ну что ж такое? Я ж ее подкрауливал раньше. Там наверху. Там ключ. Ну ладно. Так, вон она лезет наверх. А, значит, она сперва идет на чердак. Во, вот сейчас она пойдет туда. А, нет. Нет, она теперь вообще вниз спускается. Да ты... Ты посмотри, а? О, ушла наконец-то. Все. Срочно наверх. И хватаем ключи. Быстро. Ну все, где там у нас открытые окна? Здесь нет. Здесь нет. Так, на втором этаже нет открытых окон. Значит, все на первом. О, вот первое. Его мы закрыли. Тут... Здесь нет открытых окон, а в ванной... Ванной нету. Так, значит, надо скорее закрывать. То окна открываются, так сказать, сами собой. Дверь эта тоже надо закрыть. О, все, быстро мы справились. Теперь берем ножичек. А теперь идем за рюкзачком. Рюкзачок у нас на чердаке. А теперь бегом бежим. Ой! Откуда она появилась? А, стоять, кажется, я понял. Она, скорее всего, появилась. Ну все, теперь я знаю. Стоять. У меня аж нож есть. Чё ж я им не воспользовался? Думаю, это был как раз тот самый случай, когда нужно воспользоваться ножом. Потому что дальше ты уже можешь спокойно убежать из дома и дождаться полиции. Так, ждем.
Ну-ка. Вот они, ключики. Ой, окно сразу открылось. Закрываем его. Эй. И бежим. Здесь окно и так закрыто. Тут мы только что его закрыли. Так, где дверь? А, вот. В спальне. В спальне окно закрыто. И здесь тоже закрыто. Значит, бежим скорее на первый этаж. Ага, вот закрытое окно. Тут открытое наоборот. И мы его закрыли. Это окно мы тоже закроем. В этой комнате. Вот закрытое окно. А в ванной? В ванной тоже есть закрытое окно. Тут наоборот открытое. Что я все путаю слова открытый и закрытый? Стоять! Я слышал звук. Кто-то открыл окно. Не кто-то, скорее всего, этому уму пытается помешать. Но она пока не будет показываться. Пока снова не выключится генератор. Тогда она опять придет. А, нет, стоять, у меня же задание нож искать. Вот он. Эть. Наверх. Так. О, вон она. Где? Вот. Вот это звук. Не думал, что Момо умеет издавать такие звуки. Все. Ой. Что это было? Обвал? Ой, нет, меня Момо поймал. Вот зараза. Ага, то есть все-таки я могу ее вот так вот ножом убить на время. Ну все. Ага, пошла, мумошка. Чё, уже ушла наверх? Фига она быстрая. Почему-то ее тут нет. Куда же она ушла, тогда я не знаю. Ой! Довольно рано я сюда пришел. Все. Эй, куда ты идешь? Туда надо. Ой, Момо. Ну ладно. Идем. Генератор. И охотимся на Момо. Так. Полезла наверх. Ой.
ушла? Нет, не ушла. Ну ты не обалдела? О! Чё, ушла? Беги, дурила. И срочно ключи бери. О! Окошко закрываем. Здесь оно и так закрыто. А вот тут открыто. И тут тоже. Бежим скорее вниз. Нужно успеть все раньше до прихода Момо. Точнее, раньше прихода. Это я оговорился. Так. Все. Остается еще дверь закрыть. А нет, еще пара окон есть. О, все, закрыл. Берем ножик. И мне кажется, я знаю, как его сэкономить. Для этого вот. Дверь закрываем на чердак. Достаем рюкзак из сундука. Так, все. А нет, все-таки сюда пришла. Бежим. Ой! Видели, она как ко мне в дом ворвалась, аж дверь сломала. Ну как? Ладно. На этом, наверное, все, потому что. Не могу я что-то пройти. Ладно, в следующий раз пройду обязательно.